находимся на 5-м этаже заброшенного здания. Вот, где-то в 87-м году его забросили. Вообще, по Молдавии именно в этом году уже начали разрушаться Советский Союз потихоньку после 86-го года, после Чернобыля. И вот видите, какая красота, деревья растут, все, а природа постепенно все разрушает. И вот смотрите, значит, такое вот здание заброшенное, и вот здесь вот были перемычки между как бы комнатами, вот видите, из гипса, из алебастра. Ну вот в древних египетских пирамидах тоже алебастр применялся. Вот он не пропускает электромагнитное излучение. И вот этот алебастр здесь, видите. Акации какие красивые, как они цветут. Вот. А здесь вот крючок, при помощи которого поднимались вот эти плиты. А здесь вот облицовочная плитка. И вот для сохранения тепла здесь еще осталось кое-где. Видите, такие круглые. Это когда сталь-то вот, значит, обрабатывает, шлак вот этот выделяется легкий, и вот потом из него делают для того, чтобы сохранение тепла было хорошее. И вот этот 5-й этаж, мы с вами находимся на 5-м этаже, можно строить. Дармовой кирпич. Да. И, конечно, было бы хорошо, если бы здесь что-то построили. И кому сейчас что надо. Вот, смотрите. Вот это алебастровые перекладины. Они здесь не разрушились. Очень хорошо укреплены его цементом. Вот 4-й этаж. Видите, лестница в хорошем состоянии. Пожалуйста. Разобрать все это, дать приказ, разобрать, построить что-то новое. Жалко пропадает. Видите, сколько всего здесь материала. Там вот плитка была, видите, красная. Вот, так вот, видите, с 5-го этажа течет сюда, на 4-й. Так, дальше идем. Ну, такие были. Как в электростанции, такие проемы. Ну, здесь тоже строили интересные люди. Здесь алебастра. Ну, это... Здесь было окно. Когда-то был в Афорештах стекольный завод, и там выпускали такое стекло цветное. Ну, здесь, видно, разобрали все это. Вот. Здесь покрашены лестницы были. Ну, здесь было круто было все. Вот вентиляция, даже осталась вентиляция в некоторых местах. Так, вот, видите, какие плиты, вот они плиты. А тут, значит, для теплоизоляции какой слой толстый из шлака. Ну, здание строилось в советское время. Ну, строилось так. Сейчас 3-й этаж, вот 3-й этаж, смотрите, он пострадал,
разрушился вообще конкретно. Вот все течет, вот проводка даже осталась. Вот смотрите, как все течет. Да. Тут тоже остались свои иероглифы, те, которые были, краска была, и вся облупилась. Да. И тут что-то было для электричества. Остался кусочек провода. Газета. Ну, давайте посмотрим, что за газета. Вот, по-русски написано сейчас. Посмотрим. А, аргументы и факты. Ой, блин. А вот с какого года непонятно. Ну, что тут написано? Не знаю, с какого года эта газета, но где-то 87-го года. Я, поскольку знаю здесь вот так вот. Вот видите. Вентиляция. Тут что? Ну, тут какие-то проходы. Ну, конечно, строители знают, что тут. Может быть, я не знаю. Смотрите, сколько кирпича. С него столько можно строить. Хороший кирпич. Вот, пожалуйста, бутылка. Вот кто был. Мы пили пиво. Вот, смотрите. Пивная бутылка. Птицы поют. Да. Ну, есть люди, которым нравится вот такие видео смотреть. Вот такое видео. Видите, тут плитка. Есть некоторые в хорошем состоянии плитки. Видите, вот. О, какой хороший был. Уже было. Баню тут делать. Что здесь было? Кто есть люди, которые, может, и знают, что здесь было? Но тут, скорее всего, не успели достроить. Тут хотели что-то достроить, но не успели. Вот, видите, еще одна комната интересная. С какими-то круглыми отверстиями. Ну, кто знает, что это, напишите в комментариях. Вот, смотрите. Интересно, конечно, будет. А это вот, видите, вот это стекловато. Это тоже для того, чтобы тепло было. Это стекловато сверху, видите, покрывали сеткой. Ага, и потом еще ставили на нее это железобетон получался. Намазывали цементом, получался железобетон. Да, интересно, конечно, все это. Получалось очень хорошо. Умные люди делали. Можно брать с них пример. Вот кто не понимает, в строительстве смотрите и делайте. Вот смотрите, тоже круглая деревяшка. И тут прямо круглые. Ну, а тут бомжи сидели. Вот, смотрите, бутылка. Бутылка, потом разные там тарелочки. Кушали, праздновали, радовали жизни. Да. Птицы поют. Так, ну что, дорогие друзья, посмотрим в окно. Природа берет свое. Смотрите, сколько плитки. Скорее, значит, кто здесь приходили, забирали себе плиточку. Что-то построили дома. Вот первый этаж. А вот есть еще подвал. Вот мы будем считать 5 этажей. Так. Ну, сейчас посмотрим дальше. О, мои дорогие друзья, вам будет, наверное, интересно смотреть это видео. А сейчас в Ютубе очень много таких видео про заброшенные дома.
Так. Вот они еще один лаз сделали напрямую, чтобы не обходить. Для того, чтобы выносить отсюда что-то. Я так думаю. Сейчас посмотрим, подвал есть. Ход или нет. Или забит. Да, нет. Ой, блин, собака какая-то или лисица? Ну, давай посмотрим. Бежала. Рыжая. Интересно, что она кушает тут. Но они приспосабливаются. Они берут тут разных зайцев, ловят.